Первой, как и в прошлом году, оказалась Тюмень. Серебро досталось Краснодару, а бронзу поделили Сочи и Казань. В опросе участвовали несколько тысяч жителей 22 городов страны. В краевой столице и олимпийском курорте довольны в первую очередь тем, как организован досуг. Жители городов радуют обилие парков, кафе и клубов. На втором месте в рейтинге радости – общественный транспорт. Многие опрошенные не хотели бы ничего улучшать в этой сфере. Ходим в театр, балет очень любим. Ходим на Красную 5, вот казачий хор любим. Все красиво, чистенько, убрано. Много новых красивых зданий, фонтаны работают. Можно на велосипеде прокатиться по Красной. На аттракционах, вон где горпарк, там дельфинарии есть. Природа нравится, архитектура. Да, природа, тут очень много природы. Люди хорошие. Мне вообще нравится Краснодар, я живу тут с рождения. Краснодар и Сочи регулярно становятся лидерами различных рейтингов. Их называли, например, лучшими среди российских городов по качеству жизни, ведению бизнеса и по привлекательности для проживания.